Его доставили в специальном фургоне и выгружали вдвоем. Специалисты РЭО номер 1 Садовый привезли в колледж «Энергия» полутораметровое сердце. Конструкция выполнена из металла. От края до края ее пересекает линия пульса. Этот 40-килограммовый арт-объект имеет вполне практическое назначение. Его контейнер предназначен для сбора пластиковых крышек. Это очень здорово, то, что у нас поставили вот это прекрасное сооружение, куда можно выбросить крышку, потому что обычно мы забываем просто выбросить в ведро, она остается в руке, мешается. А здесь ты подошел, красивенько выбросил, и все прекрасно. Раньше я сдавал крышки в школе, чтобы помочь природе, как бы. Переработка пластика – это очень хорошо, из него делают одежду и все этого. Это очень действительно помогает, потому что эти крышечки потом можно будет сдать и получить, и сразу же деньги будут перечисляться в фонд детям из детдомов. Это очень помогает. Студенты колледжа охотно способствуют сохранению природы. Этот ящик из переработанной бумаги они пополняют старыми тетрадями, черновиками и другой макулатурой. А в красной контейнерной сетке первые крышки появились уже через несколько минут после того, как ее установили в холле. Жители Реутова также могут позаботиться об экологии родного города. Суть ее установки в том, чтобы людей познакомить, в принципе, со вторпереработкой, да, то, что, в принципе, это необходимая акция, и хотя бы небольшими шажками начинать вот эти вот делать добрые дела. В рамках группы компании «Жилсервис» в офисах управляющей компании мы уже 3 года устанавливаем данные контейнера в своих офисах. То есть люди могут прийти, сдать вот эти вот крышечки, соответственно, и они дальше пойдут уже на благое дело, на свою переработку. А начиная с той недели, мы уже начали даже проводить акцию, то есть за каждую сданную крышечку житель может получить даже дополнительную сумку из переработанного сырья. Контейнеры в виде сердца устанавливают в разных городах Московской области в рамках экологического проекта «С любовью к планете». В каждую урну помещается до 100 килограммов пластиковых крышек. Их отправляют на переработку, а вырученные средства – в благотворительный фонд «Добро в действии». Контейнер в виде сердца у нас будет передвижной. Мы его будем с учебными заведениями согласовывая передвигать. В каждом учебном заведении он будет некоторое время стоять, чтобы люди, учащиеся, могли посмотреть, что действительно сердце у нас есть, что можно туда крышечки собрать и принести. Конечная точка установки контейнера в виде сердца у нас это филиал молодежного центра «Крылья». Там его нам поможет установить управляющая компания, которая находится там, и его туда перевезет. Железное сердце возле филиала подросткового молодежного центра на Комсомольской 5 установят на бетонное основание. И тогда каждый желающий сможет внести свой вклад в сохранение природы. Фаиля Шарыпова, Сергей Сомов, ТВ Реутов.